Абабай Кунанбаеве сегодня говорили на самом высоком уровне. Президенты Казахстана и Кыргызстана договорились, скоро в Бишкеке появится памятник казахскому поэту. Киргизский лидер Алмазбек Атамбаев впервые находится с официальным визитом в Казахстане. В ходе встречи главы двух стран обсудили ряд вопросов, в том числе открытие на границе пункта пропуска Кеден-Каркара, который был закрыт казахстанской стороной из-за беспорядков в Кыргызстане в 2010 году и как следствие увеличившегося потока оружия. Также киргизским гражданам упростят порядок пребывания на территории соседней республики, 90 дней с регистрацией в течение 5 суток без нее. В целом разговор между двумя президентами был построен на покровительственных нотках. Назарбаев напомнил Атамбаеву, что Казахстан оказывает братьям киргизам многомиллионную гуманитарную помощь, а также призвал коллегу в политическом плане приступить к практической работе и не заниматься болтологией. Установка памятника Абая, видимо, и должна стать одним из таких практических дел. Надо принять решение о восстановлении, рассмотреть вопрос памятника Абая в Бишкеке и назвать улицы именами Чухана Валиханова, чьи Чингиза Айтматова, соответственно, наших столицах. Я думаю, это справедливо, и народы наши это поддерживают.